Кандидатам на должность мэра Омска, которые прошли фильтр выборной комиссии, но взяли самоотвод, хотят запретить принимать участие в следующем конкурсе. Инициативу депутата от фракции ЛДПР обсудили на комитете горсовета. По мнению Алексея Ложкина, не стоит давать возможность участвовать в выборах тем, кто сам снял свою кандидатуру. Однако депутаты не поддержали предложение коллеги. В правовом отделе горсовета отметили, что это вызывает искусственные ограничения для участников. Отмечу, что выборы мэра Омска были признаны несостоятельными. Изначально на голосование заявились 23 кандидата. В финал вышли министр труда и соцразвития Владимир Куприянов, а также предприниматель Андрей Ярошевич. Однако позже они сняли свои кандидатуры. Дата следующих выборов мэра так и не утверждена. Некоторые из них даже без объяснения причин либо сфальсифицировали свои отказы болезнью. При этом на следующий день, выходя на работу и работая, да? Понимаем, что они поступили нечестно по отношению к конкурсной комиссии, по отношению к депутатам, по отношению к гражданам. Не допускать вот таких вот циркачей, грубо говоря, конкурсной процедуре. Это вполне нормально. Под это назначение ищет кандидата. Потому что если это выборы, мы объявляем выборы, и люди сами идут и регистрируются. А так как они еще назначенца своего не отобрали, поэтому вот эти сроки переносятся.